Новая гостья Евгения Додолева всегда притягивает внимание. Приветствую вас, Ольга Михайловна. Приехала, и все меня узнают. Но сохраняет способность давать себе объективную оценку. За красоту пятерки ставили? Ничему никогда не училась. А актерскому мастерству? Не училась. Когда я слышала Станиславский, я вообще не понимала, про кого идет речь. Какие были ставки в театрах? Оля, ты должна быть химиком. У вас черная полоса была в жизни? У меня остановилась в жилах кровь. На всю жизнь осталась в паспорте. «Золотая рыбка», Ольга Богданова. Премьера. Красота должна быть неземной. Смотрите сегодня в 0:20 на телеканале «Москва. Доверие».